Почти половина Одессы более суток сидела без воды. Причина – плановые работы и перекладка труб в рамках реконструкции новощипного ряда. Работы планировали завершить за пару часов, но что-то пошло не так. В итоге сначала сроки возобновления подачи воды продлили до полудня, а затем до двух. По факту вода появилась лишь к 3 часам дня, да и то в некоторых районах. В рамках работ по реконструкции строителями было заменено коммуникации, и им предстояло выполнить работы по подключению новых сетей в нашу существующую систему водоснабжения. По их просьбе Инфоводоканал ограничил водоснабжение. Обращаю внимание, что эти работы изначально велись не нами, это работы подрядной организации, и мы как бы оказываем только содействие. Все время, которое указано, это было предварительное время работы. На 100% спрогнозировать точно невозможно, более того, когда они выполняются не нашими специалистами. Вырезанный кусок трубы магистрального трубопровода, который находился в районе проведения ремонта, не имеет отношения к ситуации, сообщают в водоканале. Установить муфту на трубе толщиной почти метр должны были еще вчера рабочие Росдорстроя, фирмы, выигравшей тендер на реконструкцию новощипного ряда. Но сами они не справились, и на помощь к ним лишь спустя сутки приехали ремонтники Инфокс водоканала. Сейчас магистраль наполняется водой. Время ее появления зависит от расположения каждого конкретного дома.